Переходим к следующему слайду. Будем уже декомпозировать от общего к частному. Переходите. В данном случае у нас город, опять же, Харьков, социальное жилье. Видим карту города Харькова в разрезе административных районов. И видим, что за период исследования всего лишь один месяц наибольше всего подешевела недвижимость в индустриальном районе. Видим минус 0,34% за месяц. И в абсолютных цифрах это $590 за квадратный метр. Напомню вам, друзья, что это социальное жилье и период исследования март-апрель. И меньше всего за месяц подешевела недвижимость в Шевченковском районе. Минус 0,27%. И также мы видим, что это $729 за квадратный метр, ну, в абсолютной цифре.